Инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского линейного управления МВД на транспорте во главе с представителями наркополиции проводят лекции в старших классах. По словам правоохранителей, подростковый возраст выбран не случайно. Зачастую именно таких ребят вовлекают в употребление наркотиков. Исходя из мировой практики, огромное число наркозависимых приходится на несовершеннолетних подростков. Ребятам не только рассказали о пагубном влиянии наркотиков, но и показали на эту тему видеофильмы. Школьники с интересом восприняли всю информацию, задавали вопросы. В рамках операции «Дети России» планируется посетить еще несколько школ в Сочи.